третьего доминона. Легенький утренний супчик и утренний чай. Вот еще одна классная стояночка. А я до нее не доплыл всего-то метров 300. Так, ну а это небольшой порожек. Красота. Царевна лягушка. Не венчанная еще. Опа, ты куда? Ну-ка, улыбочку. Вот так вот, наверное, лучше будет видно. Так, пожалуй, хватит. Шиферка закончилась. Посмотрю, что с этой стороны делается. Так, а вот это, наверное, есть передозеро. А вот это вот большая шивера. Так, надо снять такой живописненький порожек. Вот, наверное, прямо отсюда. Оп. Так. Крышку сюда. Монитор сюда. Так. Минутку.
Увы, мост непроходим. И протолкать под ним байдарку, наверное, не получится. Придется делать обнос. Вот это вот мешается. Хотя нет, глянь, она плавает. Ну-ка, ну-ка. Это можно оттащить, и то тоже вытащить. Сейчас раз попробуем. Да, наверное, удастся байдарку провести. Опа. Стоять. Починили, чтобы ездить. О, дальше что там предстоит? Мель. Так, что же мне делать? Попробовать ее провести, протолкать, либо обнести. Я думаю, что вот здесь вот можно будет протолкать. Так. Вот это вот только мешается с железякой. В принципе, его можно, наверное, сюда вот затолкать. Вот. И там. Вдоль берега. Итак, осторожненько, осторожненько на шнуре протаскать, протолкать. А вот если застрянет, тогда вытаскивать будет непросто. Так, по высоте она мне пройдет или не пройдет? По высоте батареи зацепится. Батарею можно спрятать. Так. Не свалиться. Ну-ка давай, дружок, разворачивайся. Как ты пролезешь? Не очень-то помещается. По-моему, все-таки по высоте не пройдет. Вот эта штука мешается. Там по высоте не проходят даже эти. Не-а. Не пойдет. Придется обносить. Опа.
Простой и легкий путь оказался непригодным. Придется немножко отплыть в сторонку и обнести. У меня, оказывается, сапог прохудился. Не к добру, как говорится, надо будет клеить его. Шлапнос-то, в общем-то, небольшой. Что, последний этап. Опля! Поехали. Теперь осталась погрузка в обратном порядке. Вам делишки готово. Готово. Ну вот, осталось батарею снова развернуть, потому что солнышко светит, и этим нужно обязательно пользоваться. Так. О, заодно надо было посмотреть, в каком состоянии зарядка идет. Ну, я тоже зарядился, нужно поменять.
TX. Powerbank. Два отделения зарядились. Заряжено, а третье идет зарядка. Все это, видать, надолго. Так. А, вот этот мешок не забудь бы. Ну вот, вроде все. Так, это на месте. На месте. Сейчас гляну. Не забыл ли там что-нибудь. Нет, ничего не забыл. Можно идти дальше. 4:20. Вот на том острове я надеюсь найти местечко хорошенькое для стоянки. Потому что дальше идти не хочется. Дальше начинается Воньга, там пороги. И до следующего озера довольно-таки далеко. Вот на этом островке я планирую заночевать, если он не занят, если место есть. Так, пока стоянки незаметно. Возможно, придется делать стоянку самому. В толстом-толстом слое черники и всего прочего. Опа. Ну, стоп. Стоп, куда ты едешь? До озера. Так, что-то вроде стоянки есть. Так, а где примостить палатку? Вот на этих вот кущах. Может, дальше пройти? Вдруг там еще будет поинтереснее, поровнее.
О, сколько дров-то свалилось. Ну, мне дрова не нужны. Это даже на стоянку не похоже. Кроме отметины, ни кострища нет, ничего. И там на конце тоже, наверное, не стоит. Просто здесь уже все продуваемо, ветер-то с той стороны. Так что пойду я обратно на том мысу, на том конце острова встану. Тут можно было встать, но тут ветряга как раз. Вот он как раз отсюда дует. Так, а это что? А это есть гриб, кажется, масленок. Да. Ой. Сломался. Да, здесь стоянка. Вот кострище. И типа скамейки было. И сюда все это грохнулось. Да. Вот она, в чем опасность близко стоящих, старых и наклонившихся деревьев. Вон оно какое гнилое. Тут даже что-то нарисовано. Какая-то типа рожица. Ладно, пойду становиться на мягком месте. То прошлой ночью все ребра отдавил, лежа на камне. Холодная была ночь. Сегодня придется делать такой экспресс-ремонт. Потому что с утра оказалось, что протекает сапог. Осмотр сапога показал, что вот тут вот... Так, где оно? А вот. Вот здесь. Вот, ага, вот она. Вот образовалась трещина. Вместе сгиба. Видать, усталость резины. Видно, кажется, да? Вот это придется заклеить. И вот на палках этих трещины такие образовались. В двух местах вот разошлась. Придется все это заклеивать сейчас. Резинового клея у меня нет, но у меня есть вот такой вот супер-пупер клей. Попробую сейчас им воспользоваться. Сейчас посмотрю еще, есть ли резкость. Так, попробуем вскрыть, есть ли тут что-нибудь. А тут же еще этот нужно вскрывать сначала. Опа. Пальцы приклеиваются. Вот. Клей. И вот дырдочка. Видно я там? Есть хоть там что-нибудь-то в этом тюбике? Или уже все из него испарилось? Опа. Так. Вот, надеюсь, заклеится. Так, и пока эти палки, стойки, стоит тоже подклеить. Где они тут? Ага. Опа. Это ладно, вот тут больше всего разошлось. Нагрузки не выдержала эта штука.
Здесь сразу в трех местах клеить приходится. Даже больше. Так, вроде все. Сейчас еще посмотрю. Может, еще где дырки и места для склеек. Вон брызнул клей. Вот сюда попал, аж задымился. Вот теперь такие вот безобразные потеки будут у меня на кофре. Так, а что тут с этой дыркой? Вроде нормально. Изнутри не прощупывается. Других тут вроде бы нет. Только клей к пальцам приклеивается, не отдерешь. Тут внезапно обнаружилось, что мне соевое мясо немножко повреждено. Вот этот пакет был поврежден. Ой. И часть этого так называемого соевого мяса отсырела. Вот она отсыревшая. Фу, и пахнет нехорошо. Так что придется сегодня часть этих соевых приготовить. Часть отложу на второй раз. А вот эту вот половинку, которая еще не отсырели, которые совершенно сухие, их надо будет пожарить. Пожарить. Что у нас сегодня на гарнир? Рисом. Рис будет на гарнир. Так, сейчас замочу куриный стейк. Пусть он пока взбухает. А в это время сварю рис и попью чай. Так, ну а здесь чуть маловато осталось для риса. Рис варится, стейк разбухает, чай пьется. Что-то у меня расход чая оказался меньше запланированного. Первая пачка еще не закончилась.
чай, у меня хлебные палочки с кунжутом. Вот такой вот ужин на безымянном острове. Так, рис наполовину готов. Нужно слить пену и лишнюю воду. Вот. И сюда можно... Где он тут? Вот. Половинку майги. Для вкуса. Так, ну рис уже по виду уже готов. Осталось немножко вот так вскипятить, чтобы он просолился. Так, рис готов. Теперь можно поджаривать соевый куриный стейк. Он вообще-то, по идее, и так должен быть съедобен, размоченный. Но поджаренный он должен быть вкуснее. Это я в печке поддув убрал, потому что жарить нужно на медленном огне, иначе тут все будет скворчать и подгорать. Так уже начинает скворчать. Если жарить в темных очках, то можно представить, что это мясо настоящее. Сковорода теплоновая, масло нужно, чтобы придать вкус и чтобы такое было румяное, а не подгоревшее. Печка отлично горит даже без поддува. Ее только нужно предварительно раскочегарить, чтобы там горело все хорошо. Вот. Печка работает на первой скорости. Поэтому жарит медленно. Ну вот уже чуть-чуть поджаривается. Вот так нормально. Еще с обратной стороны. Вот еще несколько минут и можно добавлять к гарниру и потом уже потреблять. Так, ну вот, пожалуй, все. Сверху жареное, снизу даже подгорело. Ну, из-за того, что масло впиталось, все. Так, теперь добавляем сюда гарнир. Пять рисинок потерялись. Так, еще три. Все, ни одной не пропало. Ну, вот такое вот блюдо. Типа курица с рисом. А, да, нужно самое главное. Для придания всей этой вкусу. Майонез. Такой вот у меня сегодня праздничный ужин в честь 25 числа. Ну а что не праздник? 21, 25 июля. Один раз в месяц бывает.
Только когда стейк размачивал, забыл воду посолить, поэтому пресный получился. Приходится досаливать. А это уже не так вкусно. Да, еще лучку надо было поджарить. Но лук у меня мало, я его для трески приберегу.